Уважаемые родители, бабушки и дедушки, завтра 1 сентября. Наши дети пойдут в школу. Обязательно объясните детям, как правильно вести себя на дороге. Пройдите с ними весь маршрут от школы до дома. Объясните, как правильно переходить улицу, где есть сложные места. Световой день становится короче. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети были заметны на улице. Используйте цветовозвращающие элементы в одежде. Обращаюсь к водителям. Будьте предельно внимательны, управляя автотранспортом в зонах пешеходных переходов, у образовательных учреждений, местах остановки общественного транспорта. Перевозите детей в специальных детских удерживающих устройствах. Не нарушайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Главный государственный инспектор Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.